heaven on earth. Здравствуйте, добро пожаловать на прямую трансляцию нашего служения, на котором, мы уверены, Бог коснется вашей жизни. Совершенно верно, Эндж. А сейчас мы передаем микрофон нашей группе хвалы и поклонения вам. Давайте встанем и прославим Господа. Доброе утро, семья Божья. Мы так благодарны. У нас столько причин прославлять Иисуса. Вы готовы прославить Его? Аллилуйя! Коронованный царь, поднимите руки к нему. Его имя превыше всякого имени. Мы превозносим нашего царя, нашего Господа, Мессия, Иешуа, Иисус. Твое имя превыше любого другого имени. Он царь вашей жизни, любого шторма, ситуации. Давайте еще раз споем ему. Давайте петь. Церковь пробуждения, Южная Африка, прославьте Его всеми силами от всей души. Мы хлопаем не в поддержку нашей команды по регби, мы хлопаем для Царя Царей и Господа Господ. Ты коронованный Царь Славы, Господь Иисус, скажите Ему, ты коронованный Царь Славы. Прославьте Господа всей своей силой во имя Иисуса Христа. Воскликните Господу гласом радости во имя Иисуса. Аллилуйя! Мы хотим поприветствовать все наши церкви, всех, кто нас смотрит по телевизору, зрителей ТБН, One Gospel, Praise TV, в соцсетях, в исправительных учреждениях, зрителей в России.
Приветствуем людей в Израиле. Мы молимся за мир в вашем регионе, мир Иерусалиму и мир народу Израиля во имя Иисуса. Америка, приветствуем вас. Европа, Иран, Индия, Пакистан, Китай и во всей Африке. Давайте поприветствуем всех, кто с нами сегодня. Сотни тысяч, миллионы людей смотрят нашу трансляцию. Поприветствуйте их тепло из столицы Южной Африки, Притории. Аминь. Приветствуйте их. Аминь. Посмотрите на кого-нибудь этим утром и скажите, что-то нужно забыть, а что-то нужно помнить. Можете занять свои места. Спасибо. Исаия 43:17 Библия говорит: «Новое не вспоминайте прежнего». Скажите: «Не вспоминай». «И о древнем не помышляете». «Вот, говорит Бог, я делаю новое». Южная Африка. Как бы вас ни звали сегодня, Бог говорит, что Он сделает новое. Он обязательно это сделает. Скажите свое громкое «Аминь». Ныне же, кто-нибудь, скажите «ныне же», оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Бог ясно говорит, что мы должны забыть определенные моменты, потому что если мы продолжим возвращаться к вчерашнему дню, мы не примем будущее, которое Бог приготовил для нас. В переводе послания в Библии написано: «Забудьте о том, что произошло». Забудьте о том, что произошло. Одна из любимых тактик сатаны заключается в том, чтобы вернуть вас в ваше вчера, напомнить вам о вашем прошлом и держать вас в ловушке в темнице вчерашнего дня. Он говорит: «Перестаньте ворошить старую историю». У кого из вас есть новая история с тех пор, как Иисус вошел в вашу жизнь? Скажите «Аминь». Дальше написано: «Будьте бдительны, будьте здесь». Я намереваюсь сделать что-то совершенно новое. Оно уже вырывается наружу. Разве вы не видите? Церковь пробуждения в следующие 30 лет. Бог говорит: «Я сделаю что-то новое и что-то великое во имя Иисуса Христа, и это прорвется наружу». Наши лучшие дни впереди. Скажите человеку рядом с вами: «Ваше будущее лучше, чем ваше прошлое». Скажите своему соседу во имя Иисуса. Читаем дальше. Вот оно. «Я прокладываю дорогу через пустыню, реки в бесплодных землях». Все, кто водит машину... Так, ладно, не все. Но те, кто водит машину, чтобы добраться до места назначения, знают, что нельзя постоянно смотреть в зеркало заднего вида, за исключением вас, красивых женщин, которые поправляют макияж за рулем. Из-за вас происходят аварии. Вы еще и смски пишете вместо того, чтобы следить за дорогой. Вы являетесь проблемой для нас, особенно для тех, кто ездит на мотоцикле. Если я вижу, что за рулем женщина, я сразу настораживаюсь. Вы скажете: «Пастор, вы говорите как шовинист». Нет, это просто факт. Возьмите уроки вождения. Ладно, я шучу. Меня особенно умиляют те женщины, которые смотрятся в зеркало заднего вида. Сзади в машине трое детей, которых они везут в школу, и они одновременно красятся и переписываются с кем-то по телефону. Это называется немногозадачность — оставить под угрозу мою жизнь. Вопрос сегодня утром заключается вот в чем. Живете ли вы своими воспоминаниями или мемориалами? Мы знаем, что некоторые воспоминания хороши, мы ими дорожим, и такие воспоминания мы можем превратить в мемориалы. У меня есть такой мемориал. 1 сентября 1986 года я пришел к служению на полное время. Сегодня я праздную 38-летие служения полного времени. Кто-то может воздать хвалу Господу за его верность? В любом случае, дольше, чем столько, сколько вы живете. Итак, некоторые воспоминания хорошие, эти воспоминания становятся мемориалами. Но вот тут мы сделали мемориал. Больше, правда, напоминает надгробную плиту. Но это мемориальный камень, памятник. А некоторые воспоминания плохие, именно они будут держать нас в нашем вчерашнем дне.
Мы должны отпустить их. Вы не можете преследовать будущее, которое Бог приготовил для вас, держать за боль, трагедию, страдания и неудачи вчерашнего дня. Память относится к психологическим процессам приобретения, хранения, сохранения информации и последующего извлечения информации по своей воле. Есть моменты, к которым нам не нужно возвращаться. Есть моменты, которые мы не должны раскапывать. Есть моменты, о которых мы не должны позволять людям напоминать нам. Есть моменты, которые были искоренены, стерты кровью Иисуса Христа. И я надеюсь, вы скажете на это свой громкий аминь. Ваша память включает в себя три процесса: кодирование, хранение и извлечение. В чем проблема? Проблема в извлечении. Когда мы извлекаем определенные воспоминания, они приводят нас в плохое место, это крадет нашу радость и наш покой. Итак, человеческая память включает в себя способность сохранять и извлекать информацию. Вам нужно прекратить вспоминать свое плохое прошлое. Скажите «Аминь». Вы должны перестать позволять другим людям говорить о вашем прошлом. Я скажу вам кое-что о крови Иисуса. Кровь Иисуса достаточно сильна, чтобы смыть всякие болезненные и мучительные воспоминания, так что вы даже не будете думать о них. Потому что сам Бог говорит: грехов их и беззаконий их не воспомяну более. Если Бог говорит, что Он не будет вспоминать о вашем прошлом, что вы сделаете, говоря о своем прошлом? Более того, Бог выкинул ваши грехи на дно океана и поставил в том месте огромный знак, который гласит: «Улов запрещен». Бог говорит, что так далеко восток от запада, как удалил Он от нас беззакония наши. Я верю, что сегодня тем из вас, кто сидит в этой темнице, в темнице памяти, Бог может открыть двери, и вы выйдете из своего стыда и вины, из своей боли, из своего осуждения, из своей неудачи и ваших чувств разочарования. Сегодня день выхода на свободу в вашей жизни во имя Иисуса. Итак, мемориал — это то, что сохраняет позитивную память, воспоминания. Не надгробная плита смерти, но памятник жизни. Если вы пойдете на могилку, кто-то ходит на кладбище, чего я, кстати, не делаю. Я не хожу на могилу ни к одному человеку, который когда-либо умер, потому что их там нет. И я туда не хожу. Одна женщина, которая работала с нами, каждый день ходила на могилу отца, сидела там и плакала часами, пока дух горя окончательно не овладел ею. Я сказал ей: ты должна остановиться, ты должна дорожить лучшими воспоминаниями, а не убиваться из-за последних трагических дней, когда он страдал в больнице. Нам нужно верить, что Бог сотрет плохие, мучительные воспоминания, чтобы вы могли помнить хорошее, что у вас было с тем или иным человеком. Кто-нибудь скажите «Аминь». Вопрос, который мы должны задать себе, звучит следующим образом: что контролирует нами, наше негативное прошлое или обещание лучшего будущего? Живем мы воспоминаниями прошлого или мы создаем новые воспоминания о Христе? Если вы живете в негативной памяти, вы всегда будете в тюрьме. Иисус пришел, чтобы освободить вас. В послании Галатам 5 Библия говорит и так: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос». В Евангелии от Луки, глава 4, Библия говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Вы отпущены на свободу. Если вы исповедали свой грех, Бог простил вам, и Бог забыл о вашем грехе. Вы слышите меня? Мы должны говорить о мемориале спасения сегодня. Конечно, мы дорожим хорошими воспоминаниями. День, когда вы вступили в брак, день, когда вы родились, который, может, и не помните, день, когда вы сделали что-то великое, окончили университет, день, когда у вас родился первый ребенок, день, когда вы встретились с Богом. Это мемориалы, которыми мы дорожим. О них мы говорим, их мы передаем своим детям. О плохих, грустных, несчастных воспоминаниях
Мы не говорим, потому что они заставляют нас чувствовать себя плохо, грустно и несчастно. Они будут держать нас в темнице, из которой Иисус пришел избавить каждого из нас. Поэтому мы говорим о Божьем освобождении, как это делал Израиль. Библия говорит в 144-м псалме: «Род роду будет восхвалять дела твои». Мы должны говорить о том, что сделал Бог. Мы будем говорить о последних 30 годах Церкви Пробуждения в документальном фильме. В нем будет 7 серий, которые мы покажем на разных ТВ-каналах. Мы хотим рассказать нашу историю, поделиться своими воспоминаниями. Да, Церковь Пробуждения во имя Иисуса Христа. Мы будем делиться своими воспоминаниями. Мы будем делиться своими мемориалами и всеми хорошими делами, которые Бог совершил во имя Иисуса. Если вы не говорите о своих воспоминаниях, кто-то другой будет говорить о вашем прошлом. Даже в трудные периоды жизни мы должны сосредоточиться на Божьей благости. Мы должны искать Божью верность. Если вы теряете ребенка, это трагедия, но даже в этот момент вы можете создать позитивный мемориал, чтобы сказать, что Бог благ и милость Его вовек. Вы можете написать поверх своей боли, вы можете написать поверх стыда, вы можете написать поверх разочарования, вы можете написать поверх неудач в жизни, ибо благ Господь и милость Его вовек. Ибо благ Господь и милость Его вовек. Ибо благ Господь и милость Его вовек. Как бы ни было больно, да, боль реальна, но ищите при этом знаки Божьего блага и создавайте мемориал. Я не понимаю, Бог, но я выбираю верить, что Ты благ и Твоя милость вовек. Если вы верите в это, встаньте и воздайте хвалу Господу. Итак, мы должны записывать поверх боли. Мы должны записывать историю Божьей благости. Среди нас сидит прекрасная молодая пара, которая потеряла своего ребенка в 40 недель. Согласитесь, это непросто. Во время родов ребенок умирает. Очень было больно, трагично. Когда мы сталкиваемся с подобными трудностями в нашей жизни, мы не хотим ничего слышать. Нам больно. Мы не чувствуем Бога. Мы спрашиваем Его, где Ты был в это время? Но я сказал им, что Господь будет верен. Бог восстановит, потому что наш Бог — Бог восстановления. Через год у них рождается прекрасный ребенок. С одной стороны, трагическая потеря, боль, которую они пронесут до конца своих дней, но поверх этой боли написано: «Мой Бог верен». Что враг украл, Бог восстановил. Я служу Богу верности. Я служу Богу, который есть воскресение и жизнь. Я не буду сидеть у надгробного камня. Я превращу свое надгробие в мемориал. Я превращу свои похороны в праздник во имя Иисуса Христа. Я не буду вешать свои арфы на деревьях в Вавилоне и не буду терять свою радость. Я буду продолжать славить Бога в долине во время бури, в трудные периоды моей жизни. Я буду говорить: «Благ Господь добр и милость Его вовек». Прославьте Господа во имя Иисуса. Аллилуйя. Давид потерял своего сына во второй книге Царств 12. В Библии написано, что Давид увидел, как слуги шептались, и понял, что его ребенок умер. Его мальчик умер. Ребенок, который не сделал ничего плохого. Что сделал Давид? Он встал. Надо вставать. Когда жизнь сбивает вас с ног, нельзя оставаться на земле. Когда вас предают, нельзя заходить в тюрьму непрощения. Когда жизнь кидает вам крученый мяч, нельзя уходить от Бога. Нужно снова встать. Я повторю, нужно встать. Нужно принять решение, сказать: «У меня все еще есть будущее, у меня все еще есть надежда во имя Иисуса». Давид встал с земли и умылся. Вы видите Писание на экран, пожалуйста. «И помазался», стих 20. «И переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился». Он пошел в свой дом. В самый худший момент своей жизни он не убежал от Бога, он бежал к Богу.
Он бежал поклоняться Богу. Мы знаем, как Давид оказался в этой ситуации, но он не собирался оставаться в стороне от Бога. Давид бежал обратно к Богу, потому что Давид всегда искал Бога. Давид был человеком, который любил Бога. Что бы он ни натворил в жизни, он всегда возвращался к Богу. Я предлагаю вам делать то же. Давид не сдался, он не оставил свою судьбу, не бросил свою мечту, он не бросил своего Бога. Его ребенок умер. Все стояли вокруг и удивлялись. Они говорили, когда ребенок умирал, но еще был жив, ты молился Богу, но теперь, когда ребенок умер, ты ешь и пьешь. Посмотрите, что отвечает Давид. Ребенок умер. В жизни есть что-то, что умерло. В жизни есть определенные моменты, с которыми покончено. Я говорю о том бизнесе, которого уже нет. Я говорю о той ситуации, о том человеке, которого вы любили и которого потеряли. На этой неделе у нас было четверо похорон, о которых я знаю. Один из наших ключевых бизнесменов умер. Простейшая операция, но его больше нет с нами. Я сочувствую его семье, но такое происходит в жизни. Что же нам делать во время кризиса, когда жизнь сбивает нас с ног, и мы на грани срыва? Нам нельзя сдаваться, нам нельзя поддаваться чувству вины, и мы не можем ходить в темницу, сомневаясь в Боге, сомневаясь в Его верности. Почему, Господь, что я сделал? Иов не сделал ничего плохого, жизнь сбила его с ног, его жена стоит рядом, усмехается и говорит, «Прокляни уже Бога и умри! Ты доверял, что Бог благ, но Иов сказал, нет, Он убивает меня, но я буду надеяться, Он вернул все». В Библии написано, что Он поклялся Господу. Я не знаю вашу ситуацию, дорогие друзья, но я хочу сказать вам, продолжайте поклоняться, славить, поднимайте руки и провозглашайте благ Господь и милость Его вовек. Я скажу вам, глава, на которой вы сейчас находитесь, не последняя. Есть еще главы в вашей жизни. Бог пишет прекрасную историю в вашей жизни во имя Иисуса. Но не позволяйте плохим воспоминаниям вернуть вас обратно в тюрьму вины, в тюрьму стыда, в тюрьму обиды. Не живите здесь, как христианин, потому что Иисус пришел, чтобы открыть эту дверь. А вот что делают воспоминания. Говоришь с некоторыми людьми, а все, о чем они говорят, это что было вчера. А вчерашней боли, почему это, почему то, надо было сделать так или так. Нельзя изменить вчера. Нельзя изменить то, что произошло даже час назад. Невозможно изменить решения, которые уже были приняты. Родители, которые допустили ошибку и винят себя, говорят, «Если бы я не сделал это, мой сын был бы в лучшем положении». Послушайте внимательно, пожалуйста. Что случилось, то случилось. Если вы приняли Божье прощение, значит, вы прощены. Настало время подражать Давиду. Выйдите из темницы, поднимитесь с земли, вернитесь в дом Божий. Смените одежду, снимите вину и стыд. Снимите осуждение и сожаление, наденьте одежды праведности. Я дитя Божье, я рожден свыше, я омыт кровью Иисуса. Я новое создание, у меня нет прошлого, у меня есть только будущее. Обратите свою темницу в мемориал во славу Божью, и да будет прославлен Иисус. Кто-нибудь воскликните «Аминь». Воздайте хвалу Господу, выходите из своей темницы, выходите из тюрьмы во имя Иисуса. Вы слишком долго в ней сидели. Воздайте хвалу Господу здесь, на этом месте или где бы вы ни находились, во имя Иисуса. Итак, Давид возвращается к себе в дом. У него рождается другой ребенок. Его сын умирает. Ваш бизнес... Но он не остается в состоянии горя. Он возвращается к Богу и говорит ему, «Господь, ты обещал, у меня есть будущее. Ты верен». И Бог дает ему еще одного сына.
Ваш сын означает ваше будущее. Бог говорит: «Я даю тебе будущее и надежду». Как бы плохо все ни выглядело, Бог говорит: «Ибо только я знаю намерения, какими о вас говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Но мой брат, моя сестра, надо отпустить вчера. Я сказал, что надо отпустить вчера, потому что Бог сказал: «Не вспоминайте прежнего и о древнем не помышляйте. Не говорите о прежнем, не говорите о вашем вчера, говорите о благости Бога. Говорите о милости Божьей, говорите о великих делах, которые Бог совершил в вашей жизни. Как Бог спас вас, как Бог защитил вас, как Бог все предусмотрел, как Бог избавил вас». Скажите своим детям, что вы служите верному Богу, несмотря ни на что. Бог верен. Можете сказать «Аминь»? Итак, воспоминания, которые нам не нужны, они и держат нас в темнице. Когда Израиль пересек Иордан, я хочу прочитать, потому что это символизирует то, что делает Бог. Когда Бог призвал первое поколение войти в землю обетованную, Бог говорит с Моисеем в книге Исход, главы 6 и 14, Бог дает семь обещаний, что Он сделает. Он выводил их из 430-летнего рабства. Он обращается к вождям народа, но в Библии написано, они не слушались голоса Моисея по малодушию и тяжести работ. Это значит, что они не смогли отпустить свое безболезненное прошлое. Южная Африка? Тридцать лет спустя мы не можем говорить о вчерашнем дне. Нет, не смотрите на меня так, потому что вы сейчас спровоцируете меня, и я начну другую тему. Пройдет 40 лет, и мы не будем говорить о вчерашнем. Пройдет 60 лет, и мы все равно не будем говорить о вчерашнем дне. Да, есть еще что должно измениться, но мы должны говорить о будущем, о лучшем будущем. Мы должны говорить о Божьих обещаниях и перестать возвращаться к тому, почему мы там, где мы сейчас. Давайте изменим то, что должны изменить, и перейдем в будущее, которое Бог приготовил для нас. Скажите «Аминь». Аминь. Во имя Иисуса. Это место Писания буквально означает недостаток видения или недостаток духа. То есть их образ мышления настолько испорчен, что разум просто не может видеть будущее. Вот что происходит с людьми, которые проходят через бесполезный развод. Они говорят, что никогда больше не вступят в брак. «Я не доверяю мужчинам», — говорят они, выходя из отношений, в которых было насилие. Или кто-то пострадал от партнеров по бизнесу и так далее, и люди, которые должны быть исцеленными в церкви, сокрушены. Иисус сказал, что Он пришел исцелить сокрушенные сердца. «Я пришел, чтобы исцелить тебя. Я пришел, чтобы вытащить вас из этой тюрьмы». Не только из тюрьмы греха, но и из тюрьмы последствий греха, которые лишили вас вашей природы Христа, вашей воли к жизни, вашей цели в будущем. Вы были созданы по образу и подобию Божьему, но большинство людей возвращаются во вчерашний день. Они говорят о вчерашнем дне. Они обвиняют вчерашний день. Они становятся причиной, по которой они не могут развиваться. И именно это делал Израиль. Они обвинили вчера. Поэтому, когда Бог сказал «Вам пора идти», они сказали: «Мы не можем, там великаны, слишком тяжело, мы не можем», и остались. Поэтому целому поколению пришлось вымереть. Знаете почему? Из-за преобладающего мышления, которое не могло отпустить вчерашний день. 40 лет. Иногда я думаю, что нам потребуется 40 лет в Южной Африке, прежде чем мы сможем двинуться куда-то. Нашему мышлению придется умереть. Вы так слабо хлопаете. Лучше вообще не хлопайте. Если хлопаете, хлопайте как следует, пожалуйста. Молодежь полна надежды до тех пор, пока пожилой человек со сломленным духом не скажет им, что надежды нет. Молодой человек верит, что он может завоевать мир и исполнить свои мечты, пока кто-то не скажет ему, что у него ничего не получится из-за того, что произошло вчера.
Кто-то из вас доказал, что эти люди ошиблись. Потому что вы первый, кто получил образование в своей семье. Вы первый, кто стал врачом, когда люди говорили, что вы не сможете. Вы первый, кто сломал барьеры. Вы первый среди своих родственников, кто изменил свое решение и поднялся туда, куда Бог сказал ему, что он сможет подняться. Но вы должны отпустить вчерашний день. Вы должны принять то, что Бог говорит, у меня есть для вас будущее. Когда приходит новое поколение, 45 лет спустя, Бог говорит Иисусу Навину снова избрать 12 лидеров, которым стоило войти в землю обетованную. Почему? Из-за их мышления. С каким отчетом они вернулись? Мы как кузнечики по сравнению с ними. И менталитет у них был такой же. В чем была их проблема? Они не могли поверить словам Бога. Они держались за воспоминания своего притеснения. Бог говорит, «Я ваш Бог, я избавлю вас от бремени египтян. Я спасу вас, я выведу вас из-под египетского гнета. Я сдержу свое слово, я буду соблюдать свой завет». Они не слышали его, потому что они были оглушены своими плохими воспоминаниями. Они застряли в темнице. Им пришлось умереть. Что должно было умереть? Не люди физически должны были умереть. Умереть должно было их мышление, потому что они не могли изменить свое мышление. Пока вы не измените свое мышление, вы не сдвинетесь со своего места. Вот почему Бог говорит, не вспоминай прежнего. Что такое прежнее? Прежнее — это прежнее. Он говорит, не надо помнить о них. Он говорит, не считайся с ними. Это значит, не нужно планировать свою жизнь в соответствии с тем, что произошло в прошлом. Планируйте свою жизнь в соответствии с обетованиями Божьими. Если Бог что-то говорит, Он исполняет. Аминь. Я повторю, вы не можете изменить вчерашний день, вы не можете изменить то, что произошло в этом году, нельзя изменить то, что пошло не так в бизнесе, но вы можете извлечь уроки, встать, одеться, появиться на рабочем месте и жить своей жизнью как муж Божий, как жена Божья. Созидайте жизнь, которую Бог приготовил для вас. Итак, он созывает 12 лидеров. В 5 стихе Библия говорит, и сказал им Иисус, «Пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в середину Иордана и возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажете им в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом Завета Господа». Когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут для сынов Израилевых памятником навек. Что Бог говорит здесь? Он говорит вот что. Настоящее поколение. Вы переходите реку Иордан. Вы сейчас поставите там 12 камней, как памятник или мемориал, что я отрезал, освободил вас от бесчестия, от Египта. Вот почему первое, что они должны были сделать сразу после того, как они пересекли реку Иордан, это обрезание. Они были обрезаны. Что это означало? Это означало, что их отсекли от египетского бесчестия. Они были отделены от их прошлого. Вы переходите через эту реку с вашим прошлым поконченным. Ваше прошлое забыто. Ваше прошлое не влияет на ваше будущее. Во имя Иисуса. Когда вы отдали свою жизнь Иисусу, то же самое происходит, когда вы креститесь водой. Ваша прежняя жизнь распята со Христом. Вы погребены со Христом. Вы поднимаетесь в новую жизнь. Во втором послании Коринфянам 5:17 в Библии сказано, кто во Христе, тот, кто? Новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Если вы новое творение, и вы знаете, что ваше прошлое прощено, и вы знаете, что у Бога великое будущее для вас, воздайте хвалу Господу. Его церковь, пробуждение, в Блумфонтейн, в Порт-Элизабет, воздайте хвалу Господу. Воздайте хвалу Богу за то, что у нас с вами есть будущее.
Итак, воспоминания, которые нам не нужны. Нам не нужно держаться за них. А некоторые люди цепляются за них. Две причины, почему они это делают. Это вина и непрощение. Так, придется проповедовать о непрощении, потому что непрощение — это худшая тюрьма, в которой вы можете оказаться. Непрощение. Вы можете быть в церкви, можете даже молиться на языках и петь «Аллилуйя», но делаете вы это из тюрьмы. Вы не простили своего мужа. Вы всегда судачите о нем. Вы не простили свою жену. Вы выражаете свое недовольство о ней каждый раз, когда встречаетесь со своими друзьями. Вы обсуждаете ее с друзьями, изрыгая рвоту. Это непрощение. Прочитайте 18 главу в Евангелии от Матфея. Почитайте о прощении. Библия говорит, когда ты приходишь, прости в первую очередь, чтобы Отец твой Небесный смог простить тебя. Если ты не простишь, то и Отец твой не простит тебя. Это темница номер один, в которой заключены многие христиане. Они обижены, кто-то обидел их. В браке это случается. Люди обижаются, жена обижается так, что уходит спать в другую комнату. Она уезжает из дома, она обижена. Что она тем самым делает? Она нарушает брак. У нее непрощение, горечь, негодование, в конце концов ненависть, а потом она стоит. Я не имею никого конкретного из нашей церкви. Я не знаю вашу ситуацию, но она стоит и поет: «Господи, я люблю тебя». А он говорит: «Милая, милая моя, не могу я принять твою хвалу, потому что, когда ты идешь к жертвеннику, чтобы поклоняться мне, ты сначала идешь и примиряешься со своим братом, или ты поклоняешься мне из темницы». Я не слышу поклонения заключенных. Я открыл дверь тюрьмы, а ты решаешь вернуться в нее обратно. Из-за того, что что-то произошло. Но все же каждый день Господь учит нас, когда вы встаете помолиться. Господь научил своих учеников молиться. В молитве, которую мы называем молитвой Господа, Он сказал им каждый день прощать тех, кто согрешил против нас. Каждый день Бог учит нас прощать людей. Каждый день. Первое, что удерживает людей здесь, где они теряют свою радость и мир, это воспоминания. Потому что им причинили боль, их обманули, их предали, и много другого, что накопилось, что бы это ни было. И вот они и здесь. Они не свободны, они ведут себя свободно, потому что мы все можем быть актерами. Но они не свободны, потому что они не искренни. 70 раз по 7. Одно и то же. И он говорит, что если вы не простите брата вашего от всего сердца, то и ваш отец не простит вас. Нет ни одной причины, по которой кто-либо из вас мог бы затаить непрощение или горечь, потому что ваших грехов было много, даже если вы вели себя как ангел. Когда вы вышли из чрева матери и вас одели в красивые детские одежды, потом вас сфотографировали, повесили фотографию на стену, и вы там сущий ангел. Но даже в тот момент вы не были ангелом, вы были грешником. Вы родились во грехе. Вы грешник, которого надо было спасти. Вас надо было спасти посредством Божьего прощения, безусловного прощения. Бог простил вам все грехи, Он простил вам все ваши беззакония. А что означает прощение? Послушайте, что означает прощение? Прощение означает забвение. Люди говорят: «Я прощу, но не забуду». Извините, что вы сказали? Прощая вы что? Скажите. Скажите вы что? Вы что? Скажите вы что? Если вы говорите об этом снова, что это значит? Это значит, что вы не забыли. А почему вы не забыли? А? Потому что вы не простили. Тюрьма вины точно такая же. Бог простил вас, но вы продолжаете возвращаться сюда, потому что здесь вы чувствуете что? Что вы чувствуете? А? Что вы недостойны? Вам стыдно? Некоторым людям нравится жить с этим чувством, что они недостойны.
Прекрасные зрители, я люблю вас. Бог любит вас. Примите милость и благодать Господа Иисуса. Будьте свободны. Для этого Иисус и пришел. Благослови вас Бог. Аминь.